Огромный привет! Сегодня записываем новое видео для нашего канала. Оно будет очень коротким, вот про такую пряжу. Буквально вот покажем, что она из себя представляет, что у нас есть за цвета, и чтобы вы, если будете выбирать на сайте, имели представление, что это за нить. К сожалению, у нас образца нет, но здесь ниточка, наверное, используется скорее для декора основной нити, чем там самостоятельно. Но, в принципе, здесь, конечно, на ваше усмотрение. Наверное, можно связать какой-то, не знаю, там, нарядный шарфик, например. Но, в целом, лучше присоединять, наверное, к основной нити. Например, к тому же пуху норки. Значит, что из собой представляет ниточка? Давайте посмотрим. Ниточка у нас здесь вот такая. Каплевидные. Здесь пайетки в основном идут. Вот. И здесь встречаются еще мелкие пайетки, вот такие. Ну, вот они, в принципе, здесь везде видны, но чаще всего, конечно, встречаются каплевидные. А что здесь по составу? Состав здесь у нас не натуральный, конечно, но эта нитка и не для тепла, в принципе, создана, она скорее для декора. Как повторюсь, как уже сказала, чуть-чуть здесь есть шерсти, вот 9,09 тоже процентов, и 50 грамм 70 метров. Вот, производство это Китай. Советую здесь спицы 2,5, но это, наверное, если все-таки в одну нитку вязать, если какую-то основную нить использовать, то, конечно, нужно смотреть, какая основная нить, плюс еще вот это, ну, то есть там будет, наверное, минимум 4 миллиметра, даже, наверное, 5. Так, ну и давайте посмотрим цвета. Цветов у нас вот, тут получается 7. Вот, вот такой синий. С яркими вот такими синими пайетками, белый с серебристыми пайетками. Красиво, кстати, вот так тоже переливаются. Розовый вот этот очень красивый, такой нежный. Вот, вот этот коричневый благородный, как уже показывала. Вот такой бежевый. Ну, соответственно, бирюзовый и зеленый. Все посмотреть. Вот такая вот красота. Переходите на сайт, оставлю ссылочки, и подписывайтесь на наш телеграм-канал. Там у нас больше информации про вязание, подборки различные, ну и вообще общение, опросы и общение в аудитории, которая очень любит вязать. Всем пока!